Пусть нормуз. Все отлично. Сегодня у нас тренировка на нашей академии кикбоксинга в школе Чадина у нашего коуча Аргала Зенча. Немного расскажем для вас одну интересную комбинацию, которую вы сможете изучить себя дома и попробовать применять это в своих физических нагрузках в теннисе. Бедро, корпус, ножками. Вот. Мы также грубо толкаем бедра. Один отработал 4 удара. Поменять сюда. Корпус. Корпус. Поняли? И поменять. Вот 4 удара. Передней ручкой шагаем, бьем прямой удар. Отсюда мы, разворачивая ножку под 45 градусов, наносим удар бедрового пика. Шагаем, толкая ручкой немножко нашего соперника, чтобы он отошел. И отсюда же выбрасываем middle kick в корпус. При этом ударе low kick мы поставили ножку к партнеру, оттолкнули для того, чтобы зарядить заднюю ножку и вставить ее в удар в корпус. Смотрите, удар в корпус можно наносить по-разному. Можно, если партнер ваш ставит только руку, то можно бить в локоть, пытаться пробивать своего партнера. Ну, это в бою непосредственно. Вот. Но вы должны понимать, что вы можете травмироваться. Также можно наносить удар в предплечье и в плечо, для того, чтобы выбивать руку и опускать ее во время поединка. Это вам для размышления. Вы можете отрабатывать раз так, бить под локоть для того, чтобы протолкнуть и пробить через блок. Раз накладывать на верхнюю часть партнера, отработать правильный элемент. Вы не травмируете, просто отрабатываете правильную технику. А уже в соревновательный период будете пробовать. Смотрите, прямой подшаг полукик, поставили, толкнули, middle kick. По очереди, он мне потом.